Любите ликер Бейлис? Попробуйте его приготовить в домашних условиях. Ликер получается очень вкусный, ароматный, с карамельным вкусом. Первым делом отвариваем банку сгущенки. Варим 40 минут после закипания. Остужаем. Далее 1 столовую ложку кофе с горкой разводим в 50 мл горячей воды. Размешиваем до полного растворения кофе. В 3 желтка добавляем 2 столовые ложки ванильного сахара, кофе. Перемешиваем. Добавляем сгущенку. Еще раз тщательно перемешиваем до однородной массы. Переливаем смесь в банку. Туда же отправляем 500 мл 20% сливок и 500 мл водки. Все ингредиенты должны быть хорошего качества. Смесь тщательно взбалтываем и отправляем на сутки в холодильник для стабилизации вкуса. Поверьте, ваши гости подмены не заметят. Ликер также можно добавлять в мороженое или кофе. Пробуйте!